Возможность воспользоваться семейным капиталом досрочно представилась у многодетной семьи Литовчик. 12 лет назад Евгений познакомился с сыном, и в скором времени они осознали, что больше не представляют жизни друг без друга. Тогда и образовалась новая и счастливая семья. Со временем она становилась больше. Сначала появилась дочь Саша, позже сын Андрей, и 2 года назад долгожданный малыш Савелий, третий ребенок, благодаря которому представилась возможность воспользоваться государственной поддержкой, семейным капиталом, за счет средств которого они купили квартиру. Получилось вот как раз все очень кстати. Мы получили льготный кредит, как многодетная семья, и этих взносов хватило, чтобы до Нового года. И вот оставшуюся сумму, которую мы должны были покрыть, очень кстати то, что с Нового года можно было воспользоваться семейным капиталом. Просто настолько все удивительно сложилось. И вот тогда, когда нужно было очередной взнос вносить, как раз мы смогли воспользоваться семейным капиталом, и нам его хватило полностью, чтобы покрыть все расходы, да, оплатить стоимость квартиры. И даже осталось. События, которые ждали больше 11 лет, свершится совсем скоро. Буквально 2 недели разделяют семью от долгожданного новоселья. Ремонт в просторной 4-комнатной квартире сейчас находится на завершающем этапе. Осталось добавить последние штрихи, и можно возить мебель. Старшая дочь Александра уже продумала, как будет обставлена ее новая комната, и с удовольствием делится планами. Вот тут будет кровать. Тут шкаф будет. Здесь будет письменный стол. Над созданием уюта и продумыванием дизайна в квартире трудились всей семьей и справились с этой задачей всего за 2 месяца. На вопрос, как удалось выполнить задуманное в такие сжатые сроки, Инна Литовчик отвечает с улыбкой. Хочется в свое гнездышко переехать быстрее, хочется быть хозяевами в своем доме, и чтобы детям было уютно, чтобы у них было личное пространство. Много детей, много друзей, много общения. Поэтому мы так по максимуму вложились, чтобы быстрее нам сюда заехать. Мы постоянно были в поисках мебели, надо было все подобрать, чтобы все красиво сочеталось. Конечно же, с детьми согласовывали мебель, обои. Счастливая история не единственная в городе над Бугом. С начала нынешнего года возможности использования семейного капитала значительно расширились. Теперь многодетные семьи могут не ждать совершеннолетия ребенка, а воспользоваться денежными средствами досрочно. По государственной программе 2015-2019 года такой возможности не было. В городе над Бугом уже более 1000 семей подали заявление на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. По новой программе 2020-2024 года размер капитала для многодетных семей составляет 22 500 белорусских рублей. Семейный капитал назначается матери в полной семье гражданки Республики Беларусь. Если мама с видом на жительство, тогда обращается отец в полной семье в связи с рождением 3-го ребеночка, либо последующего. Обратиться граждане должны в период полугода, то есть на то, чтобы обратиться, есть 6 месяцев с момента рождения ребеночка для назначения семейного капитала. На данный момент семьи могут воспользоваться использовать досрочно семейный капитал на такие услуги, как улучшение жилищных условий, образование и медицина. Правда, существует несколько нюансов, в которых обозначено, на что многодетные семьи могут потратить денежные средства, выделенные государством. Улучшение жилищных условий – это самый актуальный вопрос для многодетных семей, используется на строительство, либо на погашение кредитов. Главным условием для распоряжения средствами семейного капитала по направлению строительства является состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, либо на момент покупки жилья, либо на момент заключения кредитного договора. По направлению получения образования, если один из членов семьи, старший ребенок, например, получает высшее образование на платной основе в высшем учебном заведении, либо образование, среднеспециальное образование. На получение медицинских услуг, самое актуальное сейчас это является стоматологические услуги. Необходимо получить заключение врачебно-консультационной комиссии государственного учреждения здравоохранения. Семейный капитал – хорошая стратегия поддержки и большой бонус для тех, кто решил родить 3 детей. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.